Давайте вперед! Идем по туннелю! Я ее зову все время, а она не идет. Юмичу! Самое ужасное! Вон собака какая-то бежит. Там вот есть у нас спуск к этому, к озеру. Привет, я Энни Мэджик, и киса Алиса опять не хочет с нами здороваться. Как я и обещала, я показываю нашу обычную жизнь в новом доме за городом. Короче, подписывайся на наш канал, чтобы не пропускать наши новые ролики из нового дома. И пишите, Юми, хватит, свои комментарии, потому что я ставлю на них сердечки, отвечаю, и они появляются вот тут в ролике. Что за звуки ты издаешь, а? Что такое? Что такое? Что? Что? Что такое? Что происходит, Эйвен? Эйвен, слезь с пуфика. Короче, все сейчас бесятся, а я хотела успеть вам сказать, что я купила много всего для улиточек гигантских наших, и скоро буду организовывать им тоже свой новый дом. Кстати, сегодня ролики на других наших каналах новые, ссылочки на них оставлю в описании. А вы ставьте лайк, если хотите больше видео из жизни нашей, и голосуйте в вопросике, что вам интереснее всего. Кто так хочет гулять, а? Что ты воешься, Фиш? Прикупила, кстати, себе вот такие вот сапожки непромокаемые. Выходите, выходите. О-о-о. Я нарыла пушистиком разные туннели, и они ведут в разные места. Вот этот туннель я вырыла специально, чтобы они туда бегали в туалет. Короче, дело в том, что когда мы переехали, я поняла, что собаки по-любому будут ходить в туалет на улицу, и если они будут это делать зимой, где хотят, то весь снег будет в их писях и каках, и это надо будет убирать как-то, иначе это будет жесть. Я не буду, конечно, вам показывать подробности того, что я за ними там убираю. В общем, вот такой вот туннель. И я решила, что это место может стать их постоянным туалетиком, в том числе во все остальные времена года, и мне не придется по всему участку собирать их кокульки, так что я стараюсь их приучать именно к этому месту, а потом уже там просто убирать. Вот Мишаня последняя бежит из туннеля в туалет. Как ни странно, приучились они довольно быстро, но иногда, когда очень холодно, мороз и лень куда-то идти, они решают, что можно сделать это где-то здесь. Но в основном они делают все правильно, и я безумно этому рада. Вот такое у нас сегодня солнышко, прям ух, морозец. И мы пойдем по туннелям нашим вот туда вот, в лесок. Странно еще, что киса Алиса до сих пор не попросилась пойти гулять. Но я думаю, сейчас мы увидим, как она в дверях там стоит и просится тоже в туалет. Пойдемте одеваться. Давайте. Тут. Так, так, все. Киса Алиса сейчас тоже захочет на улицу. Я очень хотела, чтобы киса Алиса научилась ходить в туалет именно на улице. Юми там хочет к ней выйти. Мне это удалось, но не благодаря мне скорее, а благодаря самой киске Алиске. Потому что, если вы видели ролик, когда мы впервые с ней пошли гулять, она на той прогулке выбрала местечко и сходила туда в туалет. И многие там в комментариях даже писали, что, ну, чужие какие-то люди, типа, господи, радуется тому, что кошка в туалет сходила. Да, потому что это как бы моя цель была. И вот с того момента она все время стала проситься на улицу и ходить в туалет в это место. Я через несколько дней просто проверяла постоянно ее лоток, который находится в доме, именно туалетик, и она туда не ходит. То есть она несколько раз просится в день на улицу и идет именно в это место. А еще она прознала про вот это вот, как бы около дома такой вот проходик. Короче, ползает по кругу дома, потому что кругом же сугробы, а тут как бы такое местечко, где можно проползти, и она по кругу там где-то ходит, но она и по сугробам начала уже ходить. А когда она нагуляется, она подходит к двери вот так вот, просится ее запустить, и я либо изнутри вижу, либо когда я снаружи, я просто ее запускаю, да? Тик. Как-то так получилось к переезду в новый дом, что не осталось толком обуви для собак по размеру. И поэтому лапки немножко мерзнут, надо будет ботиночки им прикупить. Я пробовала надевать им носочки, чтобы они ходили гулять в носочках, чтобы лапы не так мерзли. Но, к сожалению, носочки, когда они носятся, они просто снимаются, спадают с них. Да, Ивасик? Эйвен мерзнет больше всех на улице. Обычно, когда мы ходим именно в туалет, я не одеваю собак.
А когда вот на прогулку куда-то подальше, как сегодня мы собрались, я все-таки стараюсь их одевать. Чаще всего хотят гулять и прям активно бегают Миша, София и Юмичу. И Васик у нас самый старенький песик. Меньше всего мерзнет Юмичу, самая мелкая, веселая, потому что она прям обожает носиться. Я всегда вам говорю, что вы должны заботиться о песиках, одевать их тепло, если мороз на улице, а вы отправились гулять. Но ботиночков пока нет. Все выросли из своей обуви, да, покемон? Пошлите, давайте, Юмичу, пойдем. Покемон побежала с Эйвоном. Надела на себя более теплую курточку. Сейчас я застегнусь, шапочку. Вот такие вот сноубордистские штаны теплые у меня. Ботиночки очень теплые, непромокаемые до минус 30. Дети тоже все наряжены. И мы идем гулять. Давай мне камеру, и мы пошли. У девчонок есть манера, вот и у Эйвона, бежать именно впереди. А Мишаня всегда идет где-то сзади. Давайте вперед! Идем по туннелю скорее! Эйвон впереди! Юми, Софи! Юми все-таки обогнала его. Мы дошли до сарая, все пришли сюда, бегают тут вот. А Мишаня, она, скорее всего, побоится запрыгивать на лестницу. Потому что у нее вот проблемы какие-то с залазанием. Ну, вы историю Мишки знаете. Кто не знает, смотрите ролики, поспрашивайте в комментариях у ребят. И она вот никак не может научиться залазить. Давай, Миш, иди сюда. Смотри, вкусняшка, вкусняшка твоя любимая. Юмичу нет. Миш, пойдем, давай, иди сюда к нам. Давай, ай, молодец. Давай, Мишаня, все тебя зовут, поддерживают. Давай скорее. Миша, давай, иди сюда. Вот, молодец, Миша. Посмотрите, какая Софи нарядная, красивая, в таком розовом комбинезончике с желтым горошком. У нее капюшон и бока. У Юмичу тоже. Юми опять сбежала под дом. Ладно, сидеть, лежать, сидеть, кружись. Вот, молодец, на вкусняшку. Уже давно, кстати, занимаюсь активным приучением Мишани к игрушкам. И у нас есть кое-какие небольшие успехи, но пока не идеально, да? Но как только все вот научимся мы все-таки играть в игрушки, я вам покажу. Давайте попробуем научить Мишаню слазить с лестницы. Мишань, давай, иди сюда. Точнее, не научить, а дотренировать это умение, потому что Мишка уже научилась слазить с лестницы. Молодец. Пойдемте все гулять. Где покемон? Юмичу? Юмичу? Эйвон, пойдем. Пойдемте сейчас туда, вперед. Подождите. Где Юми? Где покемон опять, а? Блин, мне это что-то напоминает, как мы киску Алиску тут искали. Единственный вариант, который я вижу, это когда мы там наверху на домике занимались, Юми еще побежала куда-нибудь обратно. Ладно. Миша уже пошла обратно. Видимо, слишком холодно. Но в любом случае нам сейчас нужно найти покемона. Давайте, давайте, пойдемте. И да что ж такое-то, почему все идет не так? Все, побежали, побежали, побежали. Миша нас тут ждет, Эйвон, София пришли. Пойдемте, заходите, заходите скорее. Юми самая такая активная, заинтересованная, ее никакой мороз не парит. И я предполагаю, что она, когда забралась под дом, пока я там снимала, прошла по вот этому вот туннелю, пошла на ту сторону дома, они постоянно там с киской Алиской играют. Короче, я надела варежки, я ее зову, она не идет. Сейчас пойдем ее опять искать, и мне это уже что-то напоминает. У меня реально ощущение какого-то дежавю. Короче, жизнь в деревне, блин. То мы кошку потеряли на прогулке, теперь собаку. Хотя у нас здесь забор. Ладно, короче, сейчас, надеюсь, найдем покемона. Юмичу! Покемон! Обычно, когда я ее зову, она сразу же бежит. И вообще в норме она вот так вот одна никуда прям совсем надолго не убегает, что странно. Но вот здесь я увидела, в этом туннеле реально есть следы. Юми! Мы пошли ее искать. Просто здесь везде сугробы, и она, соответственно, не может по сугробам бегать, иначе мы видели ее следы. Значит, она где-то по туннелям ходит, но еще высота туннелей очень во многих местах высокая. И если она где-то проходит, то мы ее можем не видеть. Но она должна уже ко мне прийти, когда я ее зову. Короче, нигде ее нет, меня это прям уже начинает напрягать. Уже я ее зову все время, а она не идет. Прям вообще уже что-то как-то странно.
Там тоже я сюда сходила к елкам. Нет, единственное, еще может на той стороне она. Но где она? Она что, в сугробе застряла где-то? Просто киска Алиска ее научила. Я показывала, что киска Алиска вдоль дома бегает. Вот тебе и жизнь деревни, блин. Каждый раз что-то происходит. Здесь у нас еще такое... Нет, ну тут нету ее. Это меня уже начинает напрягать. И мне возникла единственная последняя мысль, что она пробралась туда за ворота. Потому что, ну я сейчас, короче, вам расскажу. Но вначале давайте выйдем. Юми! Юмичу, покемон! Вот здесь прям вот так вот на виду ее нету. Но вариант, что она пробралась через дырку в заборе. Короче, под забором, под воротами есть такая широкая полоса, свободная. И... надо идти просто и смотреть, и звать ее. И к нам как-то пробиралась кошка через эту дырку. Как бы там одно место есть такое, куда можно пролезть маленькому животному. И вот какая-то чужая кошка к нам постоянно пробиралась. Мы сначала, я не знала, как она это делает. Юми! И она... И загорался свет, который автоматически на движение загорается. И она, оказывается, пролазила под воротами, вот где вот эта полоса свободная, то есть дыра такая. Сейчас, когда нападал снег, София, Эйвен и Миша пролезть не могут. А вот киса Алиса и Юмичу по размеру, в принципе, похожи на эту кошку, и они могут там пролезть. Возможно, у Юми случился бзик, и она решила, блин, вылезти там. Покемон, Юмичу! Самое ужасное... что здесь еще периодически ходят всякие собаки, машины ездят. И у меня сейчас возникла паническая атака, блин, что делать? Вон собака какая-то бежит. Юми! Юмичу, покемон! И вот там вот есть у нас спуск к озеру, и сейчас там дыра прорубь, просто мы в нее ныряли. Просто у нее потом лицо умоешь, потихонечку с первой ступени. А как вот так искать? Я не знаю, что делать, как ее искать. Точно, надо посмотреть следы. Сейчас же снег везде. Если она вылезла вот в эту дырку из-под забора, то там должны быть следы на снегу где-нибудь. Точняк. Короче, следов мы нигде здесь не обнаружили. То есть она не вылазила из-под забора, что очень радует, слава богу. Значит, она... Ну, я не знаю тогда, что делать. Юми! Юми! Ты где была, козявка? Ты где была, маленькая засранка? А? Ты посмотри на нее, на эту маленькую засранку. А? Ты где была? Мы столько времени тебя искали, запаниковали уже. Я думала, ты уже за забор ушла, замерзла. Покемониха моя, а? Господи, господи. Короче, блин, что-то пошло не так. Хотела я снять прогулку с собачками. В общем, все как всегда. Вот это наша жизнь.